Вячеслав Яркин – воспитанник Сочинского детско-юношеского физкультурно-спортивного центра по тяжелой атлетике, стал серебряным призером первенства мира среди юниоров. Соревнования проходили в Тбилиси. Туда спортсмен поехал с травмой и на помосте в Грузии был повторно травмирован. Но стремление и упорство все же помогли подняться сочинцу на пьедестал. Такого результата Яркин добился, подняв в сумме 333 килограмма. В принципе, доволен. Тоже был не в форме, но видно, что не первое место. Всегда победы хочется на соревнованиях, его не были. Будем готовиться к первенству Европы по юниорам. Ну, там, надеюсь, уже победа будет. Как известно, Вячеслава Яркина тренирует родной брат Владислав Яркин. Этому победному тандему сегодня и вручили благодарственные письма. Рады тому, что в городе Сочи все-таки развивается достаточно серьезный вид спорта, чему свидетельствует результаты непосредственно самого Вячеслава. Безусловно, я хочу пожелать, Вячеслав, чтобы выступал ты с теми же успехами, но выступал уже на взрослых соревнованиях. Я считаю, что, в принципе, потенциал у тебя есть, поскольку из года в год ты подтверждаешь свои возможности. На первенстве мира в Тбилиси Вячеслав выступал как лидер сборной России. Таковым его видят и в следующем олимпийском цикле.